Похоже, весна надолго забыла дорогу к нам. На календаре середина марта, а за окном настоящая вьюга. Машины вязнут в снегу, а службы еле успевают разгребать завалы. Аномальной такую погоду называют и на кафедре метеорологии КФУ. Казань оказалась в самом центре циклона. Тепло прогнозируют лишь к середине апреля. Как вам такая весна? Ужасно! Плохая весна. Пока люди спасаются от метели, некоторые обитатели зоопарка радуются. Медведям очень нравится, когда идет снег. Они с удовольствием выходят на прогулку в это время, чистят свою шерсть, валяются в снегу, с удовольствием едят свежий снег. Белых медведей также можно поздравить с пополнением. Долгожданная девочка родилась 18-летней медведице-малышке. У медведицы это 4-й детеныш, первые трое медвежат – самцы. Папа медвежонка, 24-летний самец Юкон, привезен из пермского зоопарка по договору о временном содержании. Сейчас медвежонку уже 3 месяца, и он начал делать свои первые шаги. Весна наступила и для бурых медведей. Они, несмотря на снегопад и холод, вышли из спячки и ведут привычный образ жизни. Для них уже наступила весна. Они вышли из берлоги, активно питаются уже сейчас. Вначале мы им давали корма определенного вида, но сейчас животные чувствуют себя хорошо. Спячку они перенесли нормально. Марта Луканина, Руслан Юсупов. Специально для Универньюз.